Пречистая своей Матери все святых, помилует и спасет нас, это благо человека любит. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие все честные отцы, братья и сестры, сегодня мы прославляем Матерь Божию. Ее милость, ее помощь, явленную через икону, которая стала называться у нас Казанской, потому что была обретена в городе Казани. Мы знаем жития отроковицей Матроной, которой было троекратное явление Матери Божией, раскопать определенное место и найти икону, как такой залог благодатной помощи Матери Божией русскому народу. И вот она, посоветовавшись, сначала, знаем, она не слышала, думала, это какое-то прелестное такое видение, не обращала внимания, но когда Матерь Божия уже так веско, вразумительно ей сказала, вот, то она побежала, посоветовалась со священником. Священник был тогда Ермолай, там местный казанский. И вот нашли, обрели икону, от которой стали происходить чудеса. То есть в случае явной благодатной помощи от Матери Божией. И было сообщено в Москву царю. Царь Иван Грозный сказал построить женский монастырь на месте явления вот иконы Божией Матери в Казани. Этот праздник явления мы празднуем в июле. И вот с тех пор, за несколько десятков лет, Казанская Матерь Божия разошлась во многих сотнях списках по всем городам, селам, станицам. И вот уже буквально получается через 30-40 лет, когда началось смутное время, вот, Матерь Божия именно через список Казанской иконы Божией Матери помогла в очередной раз русскому народу. Мы знаем, в прошлые века была помощь, вот, но обращались к другим образам чудотворным. Вот у нас Владимирская икона Матери Божией очень прославлена во время набегов завоевателей Южных Грозных из Орды Золотой и другие там были. Вот Тамерлан, он воевал Золотой Ордой, он был самаркандский правитель, вот, то есть тоже могущественный был завоеватель. Вот у нас праздник Сретения в сентябре, когда он с несметными полчищами шел на Москву, а в Москву принесли Владимирскую икону с Владимира. И вот он под Ельцом за 400 километров от Москвы остановился и дальше не пошел. И все историки недоумевают, что же произошло. Что его остановило? Он свернул и стал искать своего соперника, хана Тахтамыша, с ним воевать, а Москву не тронул. И вот было откровение, что Матерь Божия явилась этому завоевателю и сказала, что на Москву нельзя ходить, иначе будешь разгромлен, уничтожен. Он посоветовался со своими, хотя сам был не верующий, не христианин, но у него были советники там разные, вот. Они говорят, это мать христианского Бога Иисуса, ее сила неодолима. Он так подумал, зачем, да, как говорится, лезть против непреодолимой силы. И пошел делать свои мирские дела, завоевания прочие, с такими же равными себе по силе соперниками. А вот против матери христианского Бога он не пошел, против силы Божьей непреодолимой. Вот когда Савл, будучи апостол Павел, шел гнать христиан, его сиял божественный свет, и голос был такой: «Что ты меня гонишь? Что, говорит, тяжело тебе против рожна идти, против божественной непреодолимой силы?» И Савл смирился. Так вот и впоследствии другие, некоторые грозные завоеватели, но смирялись под крепкую руку Божию, как Тамерлан. А те, кто не смирялись, бывали
уничтожена и разгромлена. Вот Мамай не захотел смиряться. Вот, и стал из таких обычных правителей земных, стал богохульником, богоборцем. Если его предшественники довольствовались данью, ну, завоевали Русь, хорошо, получают дань. А этот Мамай сказал, нет, я, говорит, разрушу их города, перебью мужское население и веру их уничтожу. И вот за это было им попущено быть самым разгромленным и убитым, уничтоженным. Поэтому те, кто восстают на основы, основ на нашу веру, которая нас объединяет и которая создала наше великое государство, вот те люди терпят поражение. И вот это случилось в очередной раз в 1612 году. Смутное время началось, уже 5-7 лет было, как вот мы знаем, как был хоть избран царь Борис Годунов, да, потом он был смещен, вот, и умер, и пошло вот это вот междуцарствие. Избрали боярина Василия Шуйского, но недолго он процарствовал, пошли лжецари, лжедмитрии, там, самозванцы, и вот это называлось на Руси смутное время. Первый самозванец, второй самозванец. И вот уже наша, как говорится, российская была правящая, как сейчас говорят, элита, боярская такая дума. Они уже согласились, чтобы прекратить эту смуту, позвать правителей из-за границы. И вели переговоры то со шведами, то с поляками. Вот. И уже согласились признать Владислава, королевича польского, русским царем. А через этого Владислава больше правил его отец Сигизмунд, который хотел получить русскую корону. Вот. И единственное условие, чтобы хотя бы формально он принял православную веру. Вот. А эти польские интервенты, они гордые были, они не собирались никакую православную веру принимать. Они вводили свои обряды, наверное, католические. И, конечно, очень людей раздражали. И выросло недовольство, говорили, что предан русский интерес, а главное, что предан наша православная вера. И стали собираться ополчение. Вот собралось ополчение в Нижнем Новгороде. Мы знаем, там великий гражданин был Козьма Минин, который был организатором, мозг, так сказать, этого всего дела, который сам пожертвовал свое состояние и дал пример другим именитым и состоятельным людям, вот, жертвовать на ополчение. Потому что не было регулярной армии, одни шайки, банды, вот, орудовали по всей Руси, и польские отряды. В Кремле поляки засели. Было страшное время. Вот, полное беззаконие, разбой. Вот, казаки тоже по-разному себя вели. Одни были за тех, одни за других. В общем, была полная вольница. Вот как был лозунг, когда любая революция, все кричат «грабь награбленное» и грабят все подряд. Вот, и правых виноватых, богатых, бедных. Вот такое творилось на Руси. Но нашлись люди. Вот Козьма Минин, он организовал, как говорится, финансировал, но нужен был командир, начальник, опытный воин. И призвали князя Дмитрия Пожарского. И вот это вот ополчение двинулось на Москву. И как символ, залог будущей победы взяли Казанскую икону Божией Матери. И как мы все знаем по истории, ровно, получается, 405 лет назад, 4 ноября 1612 года, Москва была освобождена, Кремль был освобожден, вот, и все святыни кремлевские вернулись в руки православных, а главное, что земля русская, Москва, сердце наша Родина, тоже стала опять православным градом, православным государством стала Русь, и стали искать уже своего правителя. И вот мы знаем, что избрали Михаила Романова, который стал родоначальником последней из династии Романовых. Вот. Но а Ермолай, священник, который обретал икону Казанскую в свое время, он потом стал митрополитом и патриархом, патриархом московским Ермогеном. Но он был, как мы знаем, замучен и не дожил до этих событий, был умерщвлен от голода. Голодом был заморен в Кремле. Но он все-таки сделал свое великое дело, он писал воззвание по Руси, объединяться, и вот за это как раз его враги и убили. Но, тем не менее, он сделал свое великое дело, поэтому мы его чтим как священномученика Ермогена. И видите, как все совпало? Этот Ермоген – это тот самый в миру священник Ермолай, который обретал Казанскую икону Божией Матери. Поэтому так все Господь управил.
Ну а сейчас события у нас 100-летней давности отмечаются по-разному. Вот, и, как говорится, мы родились тогда, когда все читали стихи «День 7 ноября, красный день календаря». Вот, а сейчас немножко по-другому. И мы по этой старой традиции, но выбрали день в этом же месяце, буквально несколько дней раньше, но и на сегодняшний день 4 ноября, как настоящий день и примирения, настоящий день единства. Вот мы, как люди церковные, как верующие люди, должны понимать, что, конечно, наше единство до сих пор обеспечивается нашей правильной верой, которая называется православной. То есть мы правильно прославляем Бога. И поэтому Господь нас еще милует, несмотря на все катаклизмы, катастрофы, предательства, отступления, нашествия иноплеменников, войны. Вот. До сих пор наша Русь жива. И несмотря на все поздние изумления врагов, она всякий раз восстает из пепла. Казалось бы, уничтоженная, поруганная, но восстает. И это мы сейчас свидетели этим событиям. Мы здесь, люди в основном в храме стоим, люди нового поколения, которые, может быть, не были верующие до известных времен. И, тем не менее, когда получилась возможность узнать о вере, мы ее с радостью приняли, как родное, хотя нас с детства не учили. Это о чем говорит? О том, что это дело не человеческое, а Божие. И можно и не иметь воспитания христианского, но познакомившись с азами христианской православной веры, всем сердцем и душой ее принять. Это как раз то самое, о чем говорил Господь, когда послал апостолов: идите, сейте семя. И вот семя как раз Слово Божие. Вот оно сеется до сих пор. Если человек взял в руки Евангелие, взял в руки кратенькое, даже выдержки из Евангелия, там, где перечислены заповеди Божии, он прочитал и вдруг почувствовал, что это что-то его, что-то родное, то, что соответствует его внутренним убеждениям, то это значит, что семя попало на хорошую землю. А некоторые люди, вот, которых, кстати, больше, они что-то краем уха слышали, да, Евангелие, да, нужно делать хорошо, не нужно делать плохо. Ну, как-то это так, все поверхностно. Да, Иисус Христос был хороший учитель, когда-то давно, 2000 лет назад, но сердце это их не задело. Они как жили, как живут, они не имеют нужды, как они сами говорят. Мы имеем, не имеем нужду, имеем нужду посещения храма Божия. Вот у них получилось так, что слово посеялось, но тут же птицы прилетели, все поклевали, и плода не было от этого семени. И вот эта тайна, тайна, как говорится, Божия, тайна нашей души каждого. Почему, как говорил Господь, они берутся, а другие оставляются. Они берутся в Царстве Божьем, другие оставляются. Как мы сами воспринимаем этот призыв? Вот. Потому что призыв наш к вечности. Вот эти все наши, как говорится, здесь пребывания, это все подготовка к вечной жизни. Вот. Мы, как всегда, христиане, должны помнить, что мы здесь на земле не дома, а в гостях. Это вот, конечно, звучит для многих очень так отдаленно от их мировосприятия. Как же в гостях? Мы здесь родились, учились, семьи создали, детей рожали, внуков уже имеем. Постоянно в заботах крутимся, вертимся, постоянно нужно их одеть, обуть, обогреть, обучить, образовать, устроить на работу. Вот. Но тем не менее, оглянемся назад, вокруг кладбища, выясняется, что мы, как говорится, вот это предназначение выполнили, а дальше что? А дальше мы на пороге вечности. И даем ответ, как мы используем вот этот отрезок времени нашего земного для подготовки к этой вечности, к ней. И вот если это было правильно проведено время, нам хорошо, нам спокойно на душе, и мы не боимся этой вечности. А вот те, кто, как говорится, совесть обличает, что как-то жил, как говорится, вообще не задумавшись о ней, и не хотел даже узнавать, что там будет, как, и отмахивался от этих вопросов. Вот у него беспокойство на пороге вот этого перехода, который называется смертью, страх. Любыми правдами-неправдами до последней таблетки, как говорится, оттягиваем этот неизбежный момент. Потому что понимаем, что, как говорится, жили так, что ничего нас там хорошего особо не ждет. Мы, как говорится, и не готовились, и не просились, как говорится, а все равно придется пройти. И вот даже вот такой вот разумный, рациональный даже подход людей умных должен к этому подталкивать. Ведь, как пишут вот на изображении, всего никто не избежит, поэтому надо оглянуться на своих предков, на дедов, прадедов, вот, которых мы поминаем по привычке, приходим на могилы, красим их, ухаживаем, опять-таки, замечательно, но
мы же все понимаем, что душа человека, она в другом, как говорится, немножко находится измерение, да? И здесь нужна какая-то, как говорят, квалифицированная помощь. Вот приходим мы, больные, к врачам, медик уходит, говорит, нужна квалифицированная медицинская помощь. Там мы привязали какую-то палку, там какую-то шину наложили самодельно, веревкой замотали, а тут приходит врач, все делает квалифицированно, правильно. Так вот и в духовной жизни. Вот. Иногда нужно задуматься, где получить нам квалифицированную помощь. Вот. И тут уже наша задача священников оказать эту помощь, дать квалифицированный совет и квалифицированный ответ. Вот. А если мы сами не совсем уверены в правильности того, что говорим, в истинности, то и эта неуверенность передается и окружающим. Поэтому веры у нас такой нет сильной. Нет у нас чудотворцев, святых, которые могут горы передвигать, которые могут исцелять, воскрешать. Потому что мы сами там, как говорится, не были. Вот, с чужих слов говорим, а жизни святых не имеем. Вот, что же делать? Надо искать примеры все равно святости, правильности и в нашей жизни, и в Евангелии, и в житиях святых. Если видим в окружающей жизни примеры, мы должны знать, что эти примеры были совсем недавно. Вот, отходят и люди, которые правильно прожили всю эту жизнь, и которые, как говорится, также одной крови, одного рода племени вместе с нами. В те же учили школы, в те же институты ходили, в той же армии служили. Вот, но тем не менее прожили жизнь правильно, достойно христианина. Поэтому надо, конечно, вот возгревать эту веру, пытаться в себе. И это вы делаете, когда приходите в храм, когда причащаетесь. Но тоже не нужно ждать сразу, что да, благодать такая явно себя проявит. Вот мы часто это предупреждаем, потому что мы сами не имеем этой всей благодати. Вот. Уже тот факт, что для вас потребность прийти в субботу, в воскресенье, в храм, в праздник, это как раз действие благодати. Потому что вокруг миллионы людей не имеют этой потребности. Значит, они имеют этой благодати, этой силы, которая их подсказывает, подталкивает, направляет, помогает. Вы не присваиваете это себе. Вы думаете, вот я такой родился, да, как говорится, и поэтому вот я хожу в храм в воскресенье, потому что я лучше других. Это не ваша заслуга, а заслуга божественной благодати, которая незримо вам подсказывает, напоминает. И даже святые угодники, когда достигали великой святости, себе вообще ничего не присваивали. Говорит, мои только грехи. Поэтому за что мы должны благодарить Бога? За то, что мы здесь в храме сегодня собрались. За то, что нас сегодня сюда привел. Вот. И за то, что у нас не возникают таких вопросов, зачем сюда ходить, зачем причащаться, зачем исповедоваться. А я повторяю, что миллионы людей этого не знают. Вот. И я вот недавно могу даже поделиться личным. Позвали меня встретиться, я с одноклассниками 30 лет назад выпуск был школы. Собираются они, оказывается, ежегодный день есть. И я на несколько часов заехал. Людей не видел, ну, минимум 29-28 лет, вот, последний раз видел, может быть, в 91-м году, там, ну, 26 кого-то, это несколько, да, такой сейчас год, да, в 91-м видели, да. А некоторых и 30 не видел. Ну, там человек 15 было, вот, так, посидели, поговорили. Вот, я, честно сказать, сомневался, ехать, не ехать. Но думаю, ну, если хоть какому-то одному человеку будет польза вот от этой встречи. Оказывается, они мне написали, правда, в интернете, мы, говорю, уже несколько лет за тобой наблюдаем, очень рады, гордимся. Ага, написали, тобой, ну, там, ребята, с которыми мы когда-то в поход ходили. Ага, ну, думаю, ну, ладно, проверим, значит, как там. Ну, интернет сейчас такая штука, как говорится, палка двух конца. С одной стороны, тебе все рассказывают, но с другой стороны, многие имеют возможность что-то узнать. Вот, как, Паша, вот я попал сюда, стала у нас хроника ежедневная, так сказать, почти моей жизни выставляется туда, вот, с биографией, со всеми делами. Вот, и замечательно, значит, хорошо. И, оказывается, мы, говорит, несколько лет наблюдали, смотрели, вот, наконец, решили позвать. Вот, ну, позвали, значит. Проверили меня, так сказать, да, потом пригласили. Вот. Ну и что? Конечно, 95% пустота, потому что... Но основной вопрос какой задают, думаете? Ты не жалеешь? Да. Ты говоришь, не жалеешь, что ты выбрал там? Ну, особенно, понятно, монашество, да, то есть они там, конечно, каждый хвастается, у кого сколько детей, ну, если у кого хвастаться. Нет, один там молодец, четверо детей... мой ровесник, дочка родилась 4 месяца назад от одной жены. Это достижение, особенно для Москвы. Да, это... Не, а что вы смеетесь? Для Волжского, думаете, не достижение? Четверо детей от одной жены. Вот, это редкость. Но тем не менее, вот каждый... Ну, понятно, что люди живут обычной
жизнью, вот, и стараются поддержать вот этот вот уровень жизни, который они, к чему они стремились всю жизнь, материальный. Вот, но духовных вопросов вот не было, ни одного, честно сказать, вообще. Вот одна садила рядом, одноклассница, говорит, вот у меня нет потребности, вот я не понимаю, зачем ходить в храм. Вот откровенно передаю прямо слово в слово, вот нет у меня потребности в храм. Я не понимаю, зачем каждый воскресенье ходить в храм. Я что, не спасусь из-за этого? Я верующая, я счастлива. Но у меня, говорит, воскресенье единственный выходной день. Они работают, все пашут с зари до зари, чтобы иметь возможность отдохнуть там за границу, но офис где-то в Дубае, другого там еще. Говорит, ну, кто-то состоялся, кто-то, конечно, может быть, более-менее. Ну, люди там, как говорится, карабкают с котмов, как и везде, как и у нас, да? Вот. Но смысл в чем? Что вот, что ей ответить? Я говорю, а ты когда-нибудь исповедовалась, причалась хоть раз в жизни? Он говорит, нет. Я думаю, ну и как у тебя будет потребность? Чего она возникнет, эта потребность? Это все равно, что никогда не есть, а потом говорит, у меня не потребность, нет потребности есть, да? Никогда не заниматься спортом, говорит, у меня нет там, сил, возможности поднять штангу, вообще нет потребности, да? Конечно, нет потребности, ты никогда не пробовал, у тебя нет к этому интереса. Так вот и здесь. Вот как объяснить человеку, чтобы это потребность? Сказать, попробуй. И это жалко, конечно, так людей, но реально я все это прекрасно понимаю. Вот, у меня тоже по первости, когда я крестился, не было потребности. Но были люди, которые меня подталкивали в спину, говорили, надо в воскресенье пойти в храм. И я вам честно скажу секрет, вот я крестился, первый месяц меня там на веревочке ходили, водили в храм по воскресеньям, да, в Московском. А храм был битком там в Биберево, где на улице постояли, я максимум до Отче наш стоял, потом говорю, все, хватит, и убегал. Ну не убегал, а возвращался с чувством выполненного долга. А, почему? Потому что это все нужна, как говорится, тренировка. В духовной жизни тоже нужна тренировка такая. Но потом, в один прекрасный момент, я почувствовал потребность, и мне нужны уже были веревки. И нужны были толчки в спину. То есть рано или поздно это приходит. И вот как ответить такому человеку? Вот часто, вот пока человек самодостаточен, как ему кажется, ему не нужна церковь, не Бог. К сожалению, у нас, ну, а может быть и к счастью, так устроено, что часто приход человека в храм связан с каким-то или потрясением личным и с чувством, так сказать, вот именно своей недостаточности, что ты уж своими силами не справляешься. Это как эскорт, может быть, болезнь, потеря близкого, там, где ты уже не властен, и это тебя, если этот человек разумный, вот, он способен переоценить какие-то вещи, и вдруг у него эта потребность возникает. Это вот такое общее правило. Меня поразили недавно слова одного человека, известного в свое время, сейчас кто-то его помнит, но не буду назвать имя. Если интернет этот, конечно, правильно его процитировал, но слова очень знаменательные. Там, ну, человек был высокопоставлен, возглавлял один регион, не буду говорить какой, был там во властных там структурах. Ну, сейчас на пенсии, на лет 80 уже, ну, как бы его цитируют, все равно там на виду, на слуху. А там у них спор в городе, строить храм в одном месте или памятник там, царица, императрица, там кому-то. Ну, там место какое-то такое непонятное. И вот так его цитируют. Он говорит, ну, я бы, конечно, тут памятник построил, а храм в другом месте немножко. И дальше он говорит такие слова. Ну, опять-таки, если правильно цитируют, слова такие. Ведь храмы, говорит, тоже нужно строить, храмы тоже нужны, потому что бедным людям нужно место, где они просят помощи. Конец цитаты. Я прочитал и ужаснулся, удивился. То есть человек, давайте строить. Оказывается, у людей, у некоторых, и ну, развитых, и умственно, и высокопоставленных, оказывается, такое мнение существует. Представьте себе. Это значит, человек никогда не терял близких, никогда не терял здоровья. Он думает, что он вечно молодой, он думает, что у него вечная жизнь сама по себе, вот, независимо от Бога. Вот, понимаете? Это, конечно, большая личная трагедия для этого человека. Надо молиться, чтобы он все-таки вразумился до исхода, что храмы не для бедных, а храмы для всех, потому что все мы нуждаемся в помощи Божией и все нуждаемся в благодати и спасении. Вот я об этом вам хотел сказать. Если мы вот это поймем, вот это то, что нас объединяет и то, что нас сохранит еще на многие лета. Храни всех Господь.